В Ивановском зоопарке появился новый контактный вольер. Две камерунские козы, два барашка и четыре курицы. Всех можно погладить, покормить и даже зайти сфотографироваться с ними в обнимку. Во многих российских зоопарках такие фермы уже давно не редкость. Как правило, в зоопарках в основном демонстрируют диких животных. Да? И многие люди приходят, они знают, что такое коза, овца. Самое элементарное. Мы начали вот именно такая домашняя ферма, чтобы дети знали, что такое козочка, какая она бывает, что такое овца, какая она бывает. То есть это необходимо. Кличек у новых обитателей зоопарка пока нет. Скорее всего, имена им придумают посетители путем интернет-голосования. Животные охотно общаются с каждым, кто принес им лакомство. Поэтому с пустыми руками в зоопарк теперь лучше не ходить. Кормят их обычно овощами, можно морковку, яблочко принести, также можно травы просто нарвать. То есть обычные травоядные животные, которые едят овощи, то есть травянистые растения. Если контактный зоопарк будет пользоваться популярностью у посетителей, то животных в нем прибавится. Возможно, уже в этом году выстроят еще один вольер, в котором будут жить кролики, морские свинки, ослик и теленок. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.